Давайте я сегодня начну весело и позитивно, а потом мы вернемся в суровую реальность, где есть предательство, обман и Хайра Добс не имеет ничего общего с побегом из Таркова. Ну что ж, разработчикам надоело бороться со сливами, поэтому они прикрывают завесу тайн, легенд и баек об Escape from Tarkov и именуется все это расширенная альфа. В довесок ко всему будет выпущен крупный апдейт с игровой локацией лес, совместными рейдами, улучшением физики, очередной оптимизацией и все то же самое, что реализовано в альфа-версии на данный момент. Боже, это 5 из 5, это 5 из 5! Продолжим. Все обладатели пака Prepare for Die Escape from Your Souls Edition в две волны наконец-то попадут на корм акулам альфа-тестерского аквариума. Йо-хо-хо и бутылка с зажигательной смесью под стулья обладателей стандартного издания и пакета за 2500 рублей, хотя последние все же с надеждой полезут открывать свою почту. Так, и на разогрев у нас скриншоты то ли в 8К, то ли в 4К. Кирпич Валера передает привет питерскому кирпичному заводу «Победа». Это реальная победа. Ну, тут такое дело, будем сравнивать скриншоты с реальностью. Full HD и очень скоро. Ну что ж, ребята, похолодильничаем. Конкурс. Нет, не от меня. Сейчас в околотарковской тематике конкурсов... Ну просто завались! Самый веселый конкурс, где от тебя ничего не зависит, просто придумай название контичиту. Идея данного конкурса родилась в голове Никиты Буянова еще во время какого-то из последних стримов. Но кроме названия, он хотел бы увидеть его и логотип. Вот эту часть я прошу вас запомнить или даже запишите, это вам еще пригодится. Долго ли коротко, но поднять эту идею из небытия смогли парни из сообщества «Погребок». С этой инициативой они обратились к комьюнити-менеджеру, тогда, когда еще такое понятие как эмиссар вовсе не существовало у нас. Так ладно бы, если бы парни из погребка об этом просто напомнили комьюнити-менеджеру, так они еще и помощь свою предложили, да и пару идей об тех или иных названиях и логотипах расписали. Так еще в довесок они и свой вариант предложили, который даже не захотели включать в список, ведь надо подтверждать свое авторство. Да-да, список, там был огромный список, 66 названий. Вот это я сейчас вам говорю, а вы думаете, это меня там ребята из погребка натравили? Только, понимаете, эти парни на благо работают и обиды свои забывают. А я всю эту ситуацию видел своими глазами. Ну что ж, давайте к победителям, призерам и кому-то там еще. Второе, третье место – явная попытка чмокнуть в гузно сами знаете кого. Вот победитель – True Size. И оно именно английское, ведь русское слово читается и трактуется только в одном ключе. В общем, истинное зрение. И логотипчик соответствующий сделать. Ну как победитель предложил око Саурона, ведь он им вдохновлялся. Только вот хоббиты с кольцом всевластия в этом вашем Мордоре на орлах веслут и вынесут, пока Трусайс будет наводиться. Ждем чит с названием «Хоббит» или «Кольцо всевластия», что-то вроде того. На сим прощаюсь. Удачи, ребята. Пока.